Итак, друзья, всем привет! Возможно, вы не знали, но в игру добавили новую пассивку. Я, кстати, сам об этом узнал чисто случайно. И думаю, надо зайти и, конечно же, затестить. Тем более, пассивка на нового бравлера. Ну, который вышел совсем недавно. Я считаю его новым, потому что, ну, вот буквально совсем недавно появился. Хотя уже, конечно, ждем нового хроматического бойца. Потому что мы прошли две обновы, и вот следующая как раз будет уже с хроматическим бойцом. Но об этом чуть-чуть попозже. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, если вы хотели уже новый сезон, нового бойца увидеть, и, конечно же, его заполучить как можно быстрее. Подписывайтесь на канал. Обязательно не подписываются те, кому не падают леги, поэтому подписывайтесь. Ну что, новая пассивка. Короче, как-то не анонсировали ничего, не сказали ничего. Вот она у меня есть в магазине. Называется «Обморожение». Давайте посмотрим. Куча скинов, как всегда. Итак, значит, противники теряют до 35% скорости перезарядки в зависимости от того, сколько, насколько заморожены они атакой Лу. Интересно, давайте посмотрим. В принципе, Лу изначально не очень впечатлил своей первой пассивкой, но потом как вроде все наладилось, и персонаж стал достаточно интересным, особенно в осаде. Он, вот недавно мы пушили Эдгара, да, в осаде он, я вообще удивлен был, что он может робота забаговать полностью. Это было интересно. Ну что, давайте посмотрим, что за пассивка, вот что она у нас, как она работает. Короче, надо заморозить. Так. У нас, получается, мидер есть, и я еще на мид пошел. Да, Пайпер уходит, боится, сыкует. Так, я не знаю, что гаджет делает. Так, у нас Нани убили. Эдгар убил Нани. А нет, Нани убил Эдгар. Нормально, тогда нормально. Так, ну, Мортис, в принципе, должен Пайпер убивать, я так понимаю. Сейчас посмотрим, что значит. Блин, а я же не увижу перезарядку. А как я увижу перезарядку этих моих соперников? Да. Роба, ой, кидай, кидай, брат. Что ж так? Тихо, бежим, 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 бежим. Что у меня гаджет делает? А, все. Сорян. Так. Блин, нифига себе. Нифига себе они сделали. Так, ну, охраняем, охраняем подарок. Убиваем, убиваем. Блин, они подарок забрали. Это вообще... Это капец. Я не понял вообще, как это произошло. Не, на самом деле здесь на Эдгаре, да, в краже подарков прикольно. Запрыгиваешь, подкидываешь. Так. Так, а я не понимаю, пассивка работает у меня. Не, ну по идее же работает, она ж... Так, поскользи немножечко, брат. Пацаны, пацаны, как бы как бы Не, ну, как бы да. Да шо, у нас уже второй забрали, шо, и мы первый не донесли. А нет, смотрите, у нас мы задефали. Тихо. Ай, до свидания, подарок возвращается на место. Так, ну шо, ой, пацаны, я понимаю, бомбит. Давайте вот так вот смайлик такой грустненький сделаем. Блин, смайлик топовый, кстати, эмодзи настроил, теперь ими пользуюсь. Блин, надо было гаджет юзать. Заморозься. А, он не заморозится, пока я его... Отлично, все. Да что ты хочешь? Давай. Ну куда? Ну нет. Все, охраняем. Так, а тут будет ничья или мы будем сражаться до последнего? Так. О, привет. Давай подарочек, давай, неси, мы выиграем. Мы затащили. Блин, ну классный режим. Только я, ребята, немножечко не вкурил по поводу пассивки. Давайте еще раз прочитаем. Что за перезарядка? Мы ее хоть выбрали? До 30% скорости перезарядки. То есть они медленнее заряжаются в зависимости от того, насколько они заморожены атакой Лу. А, то есть вот эта графа, которая у меня набирается, получается, я так понимаю. То есть, чем больше она накапливается, тем больше перезарядка у соперников. Так что ли? Так, а если она тогда на фул набивается, она же, получается, замораживает, и все, и по новой стакается. Интересно.
Интересно. Так, ну, давайте еще раз посмотрим. Я не знаю, просто это никак не поймешь. Ты же не видишь перезарядку. Надо, это было бы, если бы с двух аккаунтов затестить. Так, ну мы поверим на слово. 35%, слушайте, ну я даже не знаю, это сильно медленно или нет. Давайте сейчас вот на Фрэнке. Ну, Фрэнк быстро перезаряжается, тут тоже не поймешь. Угу. Так, ну вот смотрите, я его настакал. Вот, видите, сколько у него... Ну, он все равно быстро оттачит, я не понимаю. Так, мы один принесли, но, походу, у нас забирают тоже. Да, у нас тоже забирают, надо будет поаккуратней. Я не знаю, может, Лу не очень заходит здесь. Так, поскользите, пацаны, немного. Да как ты достал-то, блин? Офигеть, все втроем на нашей базе, а где мы? Алло, алло! А что? Как? Да как вообще это произошло? Где Вольт был в этот момент? Почему все так плохо с рандомами? Невезучий ак. Так, у меня тоже есть смайлик. Так. Хорошо. Так. А мне уже нравится этот режим. Мне горячая зона не нравится. Захват подарков прикольный, реально. Особенно вот через нового перса Эдгара. Я думаю, интересно залетаешь. Я так и не попробовал. Да, есть. Так. Ну, короче, поскользи немножечко на льду. Так. Я уже и забыл, как я этого перса апал. Но мы косарь на нем апнули, да, на Лу? Ать. Стоять. А, блин, я его заборозил! Спайк. Да. Ну, такое. Я не знаю, блин. Что за пассивка? Как она работает? И нормально, как по мне, что-то не очень вообще. Я не знаю. Может, я пока не до конца ее понял. Так. Подкидывай мне подарок. Давай, 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 давай. Просто накинь, накинь. Да ты дубина, блин. О, нормально подкинул Мортис. Давай, 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 Спайк, давай, давай, давай. Блин, надо было бы... Блин, прикоснуться бы к нему. Так, не, ну, Мортис свое дело сделал. Так, до свидания. Так. Хорошо. Так, хилимся. 27 секунд. Блин, ну сейчас Брок заберет у нас. Я думаю, Фрэнка сегодня пушить на косарь или не пушить? Напишите в комментах. Да куда ты, йоу? Что, никто не заберет? О, о, о. А как? Как туда подарок? А где? А где? А кто? А как? А-а-а, бомбит. Да. Все, надо брать все в свои руки. Нормально я взял в свои руки. О, с 8 бит это все. Пацаны, можете перекреститься. Это до свидания. Давай, иди тусуйся, блин. Парниша.
Так, давайте как-то уже по флангам разбейтесь. Немножечко кумарит. Есть. Макс на дефе, да, у них? Есть. Господи, блин. Ой, хилка пошла, отлично. Потусуйтесь еще. Ой, я чуть-чуть не туда подкинул, ну ладно. Просто подкинь, просто подкинь, просто подкинь. Блин, ну и режим, конечно, жесткий. Ой. Смысл было притягивать, если ты не готов был к разговору. Что за характер у Джина? Так. Блин, мне не нравится пассивка, я не знаю. Я ее понять не могу. Боже, ну почему они всегда вот так вот пробираются, когда на... Вообще, никто не дефает. О, мы подарок несем. Давай, Джин. Фух, наконец-то, все, отлично. Стоп, 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 еще 14 секунд надо отыграть. Давайте смайлик такой вот. Прикольно же бэмить или не прикольно? И... Отлично, победа, друзья. Ну, такая вот пассивка на лу. Жаль, ну, я не знаю. Да, она работает, наверное. Да, что-то делает, что-то там подмораживает. Но мне кажется, вот это получше. Я не понял эту. Я не могу понять, на 35% скорость перезарядки снижается. В каких-то моментах, может, это и решает. Я этого не почувствовал, к сожалению. Я думал, там что-то будет интересное. Ну, ладно. Пассивка и пассивка. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ждите сегодня видос с Эдгаром. Он скоро выйдет. А там, вы знаете, да, интересно. Покеда.